Всем приветик, с вами Руди, вы на канале Кексович. И я хочу показать вам, как получить бесплатные эмоции в свой инвентарь. После небольшой рекламы я покажу, как это сделать. Хочешь купить робоксы? Тогда переходи на сайт RobuyGG. На этом сайте ты сможешь получить робоксы по самому лучшему курсу. За 100 рублей ты получишь целых 325 робоксов. Такой курс ты не найдешь нигде. На этом сайте множество способов оплаты, и скоро будет доступен новый метод моментальной выдачи робоксов. Поэтому я вам советую этот сайт. А еще в их группе в ВК и Дискорде проходят очень часто конкурсы на робоксы. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке, моментальная отправка робоксов и круглосуточная работа сайта. Все это на RobuyGG. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Про эти эмоции я уже когда-то снимала, ребятки, из разных ивентов, так что уже кто-то получал их. Ну а кто не получал, ребятки, все работает, забирайте. Итак, первую из 8 эмоций мы получаем в этом ивенте Джордж Эзра. Я буду получать со своего второго аккаунта, потому что у меня их еще тут нету. Так, мы сюда заходим. И, ребятки, здесь все очень просто. Мы поворачиваем с вами налево и бежим к магазину. Мы сейчас просто заберем эту эмоцию и все. Смотрите, забегаю в магазин и все, я тут нахожусь. Даже ничего не нажимаю, просто немножечко подождала. И мне дали бейджик. Посмотрите, все, эмоция в моем инвентаре. Вот она. Давайте на нее нажму и установлю вот сюда. Все, отлично. Вот такую эмоцию мы получили. Прикольная. Идем дальше. Следующие две эмоции мы получим в этом ивенте Spotify Island. Заходим, ребятки, и подходим к этому стенду. Вот сюда на кружок становимся. Что тут нужно сделать? Первое, здесь нужно пройти туториал. Я иду в этот кейк-парк, я там еще не была. Так, захожу. Полетела вниз, ребятки, и сразу у меня появляются зеленые стрелочки. Я должна просто следовать по этим зеленым стрелочкам. Вот куда они меня ведут, вот туда я и бегу. Просто бегу. Вот пишут они мне сюда, значит, я сюда нажимаю. Тут открывается. Я бегу, тут нажимаю на кнопочку. И бегу дальше по этим стрелочкам. Так, куда-то справа меня они зовут. И вот так, ребятки, следуйте этим стрелочкам. Там совсем недолго будете бегать. Вот смотрите, они меня зовут обратно. Я поднимаюсь. Сейчас пойдем направо и встанем в кружочек посерединке. Я становлюсь, смотрите, и мне дают бейджик. Первое задание выполнено, я прошла туториал. И эмоция в моем инвентаре, посмотрите. Вот такую вот эмоцию я сейчас получила. Так, давайте же получим еще одну эмоцию. Я снова возвращаюсь на этот стенд, становлюсь в этот круг, вот так. Так, смотрите, здесь мне нужно собрать 13 грибов. Точнее, не собрать, а найти их. Так, снова забегаю в этот кейк-парк. Поехали вниз. И я сейчас покажу, как выглядят эти грибы. Смотрите, вот этот самый гриб. Я просто на него прыгаю, и меня отбрасывает. И смотрите, мне засчиталось. А, это уже второй, значит, я тут была и уже на один гриб прыгнула. И вот так я должна по карте бегать и искать эти самые грибы, ребятки. О, кстати, смотрите, я сейчас здесь получу бесплатную вещь. Я просто прыгаю по этим кнопочкам. Смотрите, выполняются какие-то задания, и мне дают бейджик, ребятки. Мне дают вот такой розовый бумбокс на плечо. Ну что ж, прикольно. Так, а я продолжаю бежать, собирать грибы. Точнее, находить их и прыгать по ним. Вот еще нашла грибы, смотрите. Я думаю, что у вас не будет труда найти эти все грибы, но все-таки на всякий случай покажу, где они все находятся. Так, давайте тут немножечко вернемся, скатимся вниз, и там будут у нас грибы как ступеньки. Вот они тут. Вот сюда прыгаем, потом сюда. Там у меня, смотрите, показывает, там 9 из 13 уже у меня. Отлично. Сейчас я уже закончу их искать. Так, прыгаем вниз, и у нас тут еще гриб есть, но я его уже находила. И вот сюда залазю, смотрите, вот эти грибочки пятнистые, они тоже считаются. Я на него прыгаю, и мне дают бейджик, это значит 13 грибов я нашла. И эмоция в моем инвентаре, ребят. Вот так вот выглядит эта дружелюбная эмоция. Прикольно. Ну а следующие 5 эмоций, ребят, мы получим в этом модном шоу Tommy Play. Мы сюда заходим и нажимаем на голубую карту. Потом на синюю кнопку Travel. Все, мы зашли на голубую карту, и теперь, смотрите, написано у нас квест. Мы бежим в ту сторону. Здесь у нас уличный танцор, ребят, мы на него нажимаем, и он нам говорит задание. Сейчас мы должны найти с вами кренделек. Один большой крендель мы получим, вернемся, и нам дадут эмоцию. Ну что ж, вперед за кренделем. Итак, поворачиваем в эту сторону и бежим на мост.
Один большой минус, конечно, в этом плейсе, это то, что он лагает постоянно, ребята. Вас может отсюда выкидывать постоянно, либо он просто будет лагать, а может быть даже кто-то не сможет зайти на него. Вот с этого аккаунта я получаю просто, ничего не вылетает, по-моему, один раз только вылетело. А со своего основного я очень долго получала, потому что меня постоянно выкидывало. Вот, а подписчик мне вообще писал, что не мог зайти на карту. Так что будьте к этому готовы. Но, кстати, можно попробовать на випке своей, потому что она бесплатна в этой игре. Но эмоции, которые мы сейчас получаем тут, они, конечно, крутые. Так, ребятки, добежали до этого огромного гриндера и нажимаем на него. Теперь мы должны вернуться к нашему уличному танцору. Можно ресетнуться, потому что так будет ближе. Мы к нему подбегаем, нажимаем, смотрите. И вот мы первое задание выполнили, мне дали бейджик и мне дали первую бесплатную эмоцию. Вот такой вот брейк, посмотрите, круто. Но нам этот танцор дал еще задание, ребят. Мы сейчас пойдем еще искать кренделек. Я сейчас покажу, где он находится. Мы бежим с вами вот в эту сторону, на эту часть моста. Запрыгиваем сюда на это облачко и смотрите мой путь, как я добралась до этого кренделя. Тут смотрите аккуратнее, иногда расстояние очень большое и нажимайте на этот дэш, на небольшое ускорение, на прыжок и дэш, потому что иногда невозможно просто так допрыгнуть. Итак, ребят, здесь вот такое здание, мы сюда заходим, и тут нас ждет вот такой огромный крендель, на который мы с вами нажимаем, и теперь мы должны вернуться к нашему танцору. Выбегаем, смотрите, сюда прыгаем, и он тут рядышком совершенно, мы к нему бежим. Добегаем, нажимаем на него, и мне дают еще один бейдж и еще одну эмоцию, вот такую вот. Давайте посмотрим. Мне кажется, это очень крутая эмоция. Итак, ребятки, сейчас мы с вами получим третью эмоцию. Посмотрите, нам дали задание уйти в какую-то другую локацию. Слева в уголочке у нас есть такой значок «Играть», на него нажимаем и выбираем вот эту карту «Паркур Парк». Мы сюда телепортировались, и теперь нам нужно взять этот крендель. Вон он, посмотрите, наверху. Так, для этого мы простенько бежим сюда, здесь очень быстро вы его возьмете. Вот сюда бежим, сбоку лезем, там очень быстро, не надо проходить весь этот страшный паркур. Вот, и просто нажимаем на этот крендель. Теперь возвращаемся к нашему танцору, снова может ресетнуться, можно нажать на эту карту, вот самая первая. На нее нажимаем, и мы оказываемся на спавне, в общем. И бежим к нашему танцору, нажимаем на него «Говорить». И нам дают бейджик, ребятки, мы взяли еще одну эмоцию в наш инвентарь, вот она. Давайте посмотрим, вот такой вот йоу, ну, по-моему, очень классная эмоция. Так, ребятки, продолжаем получать эмоции, нам дали задание еще одно, мы бежим снова за этим кренделем большим, но уже немножко в другую сторону. Так, в общем, смотрите, куда я бегу. Так, добегаем вот до сюда, ребятки, можно не прыгать, а то мы упадем, поэтому просто нажимаем на этот крендель, на эту букву И, и возвращаемся к нашему танцору, вон прыгаем, он тут рядышком. Все, мы к нему подбегаем, нажимаем снова на него «Говорить», и мне снова дают бейджик, мне снова дали эмоцию. Это уже четвертая эмоция в этом ивенте, вот такая вот крутая, класс. И давайте сейчас получим последнюю эмоцию в этом ивенте Tommy Play. Так, мы бежим почти в ту же сторону, но там немножечко надо будет изменить свой путь. Вот сюда мы запрыгиваем, как и в прошлый раз, но потом мы бежим сразу налево, вот на это облачко. И здесь, ребятки, аккуратнее, здесь очень такие широкие, большие расстояния. Вот смотрите, внизу дэш,
клавиша R английская, R английская. Нажимаете, и будет немножечко ускорение. Нужно делать двойной прыжок и этот дэш. Тогда вы перепрыгнете. Ну, может быть, получится и без этого дэша. Здесь немножечко тоже будьте аккуратнее, потому что здесь у нас злые крендельки. Посмотрите, они могут нас спихнуть отсюда, и мы можем улететь и не взять этот самый наш крендель. Поэтому я тут пытаюсь пройти, смотрите, меня забивают, мне еще повезло. Я прыгаю вот сюда, смотрите, и вон наш кренделечек на каких-то проводах, не знаю, где он там, господи. Ладно, погнали за ним, аккуратнее не упадите, пожалуйста. И смотрите, здесь тоже можно до конца не доходить. Опачки, появилась кнопочка, я ее нажимаю, и мне теперь осталось бежать к моему танцору. Так, подбегаю к нашему танцору, нажимаю говорить, и мне дали еще одну пятую эмоцию в этом ивенте. Вот такая классная анимация. Ну что ж, ребятки, я надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь, кто еще не подписан, и пишите, получили ли вы эти все эмоции. Ну а с вами была Руди, канал Кексович. Всем удачки, всем пока-пока.